Итак, всем здравствуйте, всем привет. Меня зовут Валера. Всех поздравляю с осенью. С осень это прекрасно. Сегодня как-то со словами это, с такими много всего. С осенью. Осень – это время учебы, и мы начнем с повторения прошлой темы, которую многие из вас не уяснили. Данный видеоматериал снимается специально для Санька, громкая фамилия, боюсь последствий. Санечка, приятного тебе просмотра, аппетита, нам позволяют... Не буянь! Теперь принарядить нашего маньяка, кстати, а вот и мой лук повседневный. Любой мужик на пляже теперь мясник, непонятно. Но все-таки парень сфокусировался, это Юджин. Давайте Блять, мне нравится, тут правда есть Юджин. Мы не смотрели этот... Это, видимо, та игра, которую мы не посмотрели у Юджина, потому что у Юджина он был слишком долгий. Ну и мы не могли добраться до него долго. Охренеть. Слушаем его историю. За окном шел сильный мужчина в капюшоне. Он схватил меня за очко. Сразу стало неуютно. Я начал избивать неопределенное время этого жуткого мужчину в капюшоне. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось переехать жить в старом сарае. Ситуация кажется сюр, но на дворе 22-й год, всякое может случиться. Сарай, кстати, у вас очень красивый. С удовольствием бы остался здесь жить, но я не хочу. А, вон он идет, смотрите, красавец. Уважаемый мистер маньяк, сарай, конечно, чудесный, а можно какое-то пояснение, куда меня похитили? Ну, вроде все. Класс. А, ну теперь здесь еще и пес, да? Пизда. Клетка заперта, понял. Типа, меня закрыли, то есть... Это... Зачем? Жесть, по сравнению с тем... Зачем? Чтоб ты не сбежал. Логично. Очевидно. Что было у Алана, это просто хоромы какие-то. Типа, кинг-сайз кровать, а мини... С ортопедическим матрасом. Я так понимаю, он играет за Юджина. И бар, шкафчик. Прям в номере МакАвто, вы чё? Какая-то интересная дырень. Ну и так, просто для сравнения, давайте вспомним, что там у Алана было. Чисто... Класс, да? Теперь Алан. Чё есть на мини-бар? Да тут явно номер люкс. Ну да. Класс, да? Ты теперь Алан. Чё есть в мини-баре? Пусто. О, открывашка. Отмычка, в смысле, имел в виду. Чё, так просто? Я снова сбежал? Всё, я сбежал. Да-да, собаку забирать с собой и сваливать. Моя нога! Ты чё? Хрена себе. Всё. Больно в ноге! Понял, пошел нахер. Ясно, началось. Вон он, выперся. Собаку кормить не учили? Она мне в ногу вцепилась. Это типа про ногу сейчас было? Нахер ты подставил меня, придурочный? Можно не гавкать? Сундук. Материться. А, нет, это пароль. Но будем искать пароль. Топор без рукоятки. Пользы от него, наверное, маловато. Всякие коробочки. Бля! Бля, это траппер! И тут он! Это, короче, я понял. Эта игра получается что-то типа... квест-рума. Да чё ты палишь меня? Да это собака первая! Это... Валера, как всегда. На, слышишь? Это ненавижу. Что, а? Что там, нога в капкане? Видимо, показалось. Какая же ты отвратительная псина! Смотрите, там отдыхает типус у нас. Лифт для ведра, не хватает ног. Давайте-ка думать. Это свет, значит, да? Так, и чё я ожидал? С ковырялкой хожу и вообще что-то не вцепляю пока ничего. Жесть, вас... Бака вибрирует. Нормальная, нет? Я тебя сейчас отмычкой вскрою. Давай, нападай! Моя нога! Всё, ладно. Напала! Это, что-то слишком уверенно сюда идешь. Я ничего не делал. Погоди-ка. Да мы просто баловались, скажи ему. Кто включил свет? Свет? Это свет, значит, да? А ты уже забыла, что он свет включил? Просто ничего не поменялось! Ну, потому что он не зашел в комнату, в которой он включил свет. Класс. Ну, ма, ну не... Капец, свет всего лишь не выключил. Каждый раз, когда ты забыл на кухне выключить свет, мама забегает в комнату, да? И просто... Значит, да? Ну, ма, ну не... Капец, свет всего лишь не выключил.
О, метла. Слышишь, пес? Сейчас я тебя... Ладно, все. Зачем мне метла? Либо я сейчас полечу на ней, либо мне она нахер не нужна. Нести. Либо найти, где грязно, и убраться. И тогда меня отпустят. Ну, типа, с мамой прокатывала. Просто тумба спряталась, я ее не видел раньше. А вот и ключ от двери, класс. Так, заперто на ключ. Ключ. И в чем проблема? Возможно, это не тот ключ. Написано конкретно ключ. Это конкретно ключ. Это конкретно заперто на ключ. Думает, я тупой? Ну, бывает, затупил. Ну, признал. Он просто затупил, что такие ключи, они обычно именно от шкафчика. Ну, кстати, я тоже не сразу понял. Я вообще не понял, пока он не открыл. Ну, что, бывает. Все мы тупим. Заперто на ключ. Ключ. Другой. Какая привередливая дверь. Могу вставить метлу в колесо. Это будет робот-пылесос. Ну, типа, метла с колесом. Ладно. В смысле сняли деньги? Можно метлу кусать? Баке применить, нет? Я думал, где-то что-то сверху и метлой... А в жизни метлу можно к собаке применить, в общем-то. Почему тут нельзя? Достать просто. Согласен. Свет не горит. Шкафчики все закрыты. Да, кажется, показалось. Да-да, сваливай. Погоди-ка. Извиняюсь. Куда делась метла? Сука! Какой внимательный! Кого? Да как? Да ну на... Охереть, акция. За метлу по таблу. Ее лицо. Я и даже забыл, где я ее брал. Почему ты бесполезная за тебя получаю? Господи, я не помогу. Ты все-таки забрал ее. Тут реально пусто. Если у кого-то какие-то вопросы, я в руке держу болт. Real Gangsta. Есть какое-то предположение, что я тупой. А, здесь тоже дверь была все это время? Ёб твою... Это все собака. Жесть, ну дурная вообще псина. Ты понимаешь, что сейчас будет, да? Ты же понимаешь, что сейчас будет, да? А, я с веником стою. Поставь. Блять, да поставь. Суета, суета. Ящичек открыт. Сейчас его напиздят. Жесть, я быстрый. Жесть, я максимум. Блять, шкаф. Я сено! Да я сено! Вы проиграли? Так, я уже помню все, чё к чему. Первым делом. В смысле? А все, рандомная генерация, рогалик получается. Мистер Маньяк, вы забыли положить мне отмычку? Как это называется? Это просто обман. Можно я на виллы сяду? О, крест. Значит, тут клад. Я встану, и, типа я настоящее сокровище, смотрите. Смотрите, я сокровище. Ладно. Хм. Я клад. Потом я карта. Я рюкзак. Погоди-ка. Показалось. Что, я все застрял тут? Тумба-юмба. Где отмычка? А я могу двигать кровать, может быть, балку? Да ты чё? Эти палочки можно двигать? Неждан. Пёс, ты видел? Сказал бы сразу, чё за бред вообще? Так. Интересно. Он попал в капкан, но неважно. Лопатой, метлой лампочку можно разбить, интересно? Метла. Все переставили мне сюда. А палку нужно назад ставить? А то вдруг он внимательный такой, я его палку вертел. Ай, БДСМщик Терентий. Полный комплект. Латекс-маска на шее, засос. Дырки на жопе не хватает. Здесь, помню, был ключ. А теперь здесь ржавый нож. Вижу скотч, режу. Там ключ. Повезло, что у меня длинные руки. Ебать, у него лапы длинные. Наконец-то я посмотрю, что там. О, холодильник есть? Колбаска! Съесть колбаску? Нет, собачке дать колбаску. Если он сейчас съест колбаску, то все, пизда, рулю. Рулю, пиздари. Съесть колбасу, вы еще спрашиваете. Лошара, возможно, это твоя была. Здесь еще...
еще дверь с комнаты, охренеть. Это какой-то неприступный шкаф. Здесь головоломка с фигурками. И вот эта вот проволока неприступная. Ну, типа, ее нельзя просто раскрутить, да? Тут нужно авиаудар вызывать. Ну да. Такой-то странный кирпич. Он прям другой. Да, он прям будто выдвигается. Ёп! А, метла. О, я еще там лазил же. Все закрыто, ящик закрыт. Все. Холодильники, свет. Я ничего не делал. Туда пойдешь? Там ничего нет. Нет, там ничего нет. Если что, те ящики были закрыты. Закрой. Кто сожрал мою колбасу? Вот это чья была колбаса! Это пес! А, за что? Кто ты добьешься этим? Выдавишь ее из меня! Это уже будет другая колбаса! Теплый сникерс! За что? Кто ты добьешься этим? Выдавишь ее из меня! А колбасы все равно нет, что каждый раз теперь будешь бить меня за нее или что? И что там? А, можно тогда включить свет, обойти все это дело, и там типа будет видно, что к чему, например. Ну, например, ну вот, я не тупой, пес тупой. 286. Кусачки. Очевидно, кусачками мы вскрываем шкаф. Мне нравится, что кусачки сразу же минуснулись. Шкаф. Кто это там шумит? Может быть, просто кто-то не умеет нормально складывать шкаф. Да ёп! Давай. Пай быстро в клетку. Гребный, а, так. Я закрыл еще перед собой. А что, она не открывается? Да я пытался вернуться. Охренеть, он закрыл клетку и не смог зайти. Найс, найс. Да мне эта кнопка уже нравится все больше. Начинаем вращать доски. Под первый нож, ничего себе, может под второй сразу выход будет. Опа! На, не. Было бы приятно. Опа, гаечный ключ, но это просто. Чпеньк. Все. Вот так-то. Это ключ от двери, которая звонит постоянно. Нафига ты звонишь постоянно? А как мне в него попасть? Она постоянно его вызывает. Нафига ты идешь? Звонок для учителя. Ты кто? Опять пиздюк. Чё, а? Я не звал. Капец, странный ты. Так, что здесь от меня прячем? А чё там так темно-то? Тут темно до жопы вообще. Ничего не видно. Где я хожу? Абсолютно бестолковое место. Нужна лампочка. Ни слова больше. Стул, давай сюда. Так, прикроем на всякий случай. Да какого? Нахер ты ее закрыл? Вопросы, интересно, у него будут какие-то насчет стула? Дай лампу мою. Так, погоди-ка. А мне надо было, тут просто сидеть не на чем. Здесь он тоже не просто так. Чего его стулом огреть нельзя? Так, да, здесь стул тоже не просто так. Он здесь нужнее. Мне нравится, как он вошел в клетку. Стоит. Кто первый сядет, того и стульчик. Он как будто насрал. Конкурсы мы не любим, да? Интересно, а можно... Можно его закрыть? Да, я тоже подумал, но у Валеры не получилось, судя по всему, он его догнал. О, здесь же есть шкафчик на пароле. Только дверь закрыта, а пароль был в дыре. У меня есть план. Достали. Читер! В смысле? Не-не. Еще яркость надо добавить. Где там пароль? Тихо, что-то происходит. 8-0. Это не читы. Это девятка? Я как в фильмах. Детективы. 9-8-2. Опа! Шах и мат, аутисты. Победители не судят. Это жизнь, детка. Хитрая жопа. Теперь лампочку на чердак нужно. Попробуй только. Я тебе эту лампочку сразу в очко вкручу. Будешь светиться ночью. Тут у нас, значит, лежат немножечко джингом белсов, кассетный плеер, дегенератор какой-то. Что еще? Лось тут. Два дегенератора в одном месте. Добрый день. Что здесь написано? Я лось? Так. О, боже ж мой! Олень из будущего! А, ну это же за Юджина! Типа. А, да. Ой, это же... Все, будущее отменяется. У оленя произошел отвал жопы. Сидел... В прямом смысле слова. У берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя, исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Хуйню не неси.
Что там, погас костер, исчезли звезды, и месики встречают пес. Я подвигал шкаф. Теперь я гений. Если это вообще нахер не надо, я рот всех вас топтал. Попная смазка — это просто сказка. ВДшка? Этот кирпич — олицетворение моей нервной системы. На нем весь дом держится по-любому. Короче, глаз, луна, все открыто. Гениально. Гениально. Я эту загадку решил с первого раза. Я просто не знал, где. Вопрос ебучий! Как мне бесит эта дверь, она постоянно будет звенеть. Мерзкая какая. Подни, постригись. Выпер дыша. Будку тебе снесу. Вот эту. Погоди-ка. На жопу мою посмотри-ка. Что там, доктор? Ну, вроде все на месте. Ты такой посмотрел, оу, все на месте. Смазывает, ящик показывает. Деревянная рукоятка. Все, теперь у меня топор. Теперь пусть он боится. Сейчас вазу ему разобью. Опа. Он по-любому видит, что топора не хватает мне, но он просто очкошник. Он такой, Ром там стоит, ну его нахер. Поди, поди, воняет говной. FBI, open up. Входим, как у меня. Топор сюда. И все, топор закончился. А, ну это для лифта. Все, мне кажется, уже скоро мы все, это конец. Конец, да. Ну, такая петелька как раз повесит свой конец. На гвоздь. Что за намеки? Висит, значит, магнит. Капец, здесь ключей этих. А я знаю, от чего он. Я видел. И в этом секретном чемодане у нас... Опять веревка. Вау! Веревка. Что, типа, вот так? Побег! Чтобы ему совсем было больно, я захаваю его колбасу. Аривидерчи. Во, я гнида. Все, я готов. Так, а может, надо было собаку накормить? Не, там, походу, нельзя накормить собаку, можно просто съесть. Собака! Все, крысимся под лестницу. Решил поиграть в прятки! Нет, я просто решил свалить. До свидос. Калитку-то закрывать надо было. Что так медленно? Отпусти, бля, псина! Ой-ой-ой! Как просто, Санечка! Да-да-да. 19 минут. Только какие по счету эти уже 19 минут? Я вижу собак теперь, кстати. Вот так вот. Что? Ой, как просто, Санечка! Ненавижу собак теперь, кстати. Вот так вот. Что все-таки хочется выделить напоследок? Сижу давно. Вижу площадь умею, но меньше все здесь повезло. Мало. И только хазбеку тут будет самотон. Вэмили, комнатка и кровать, тарелки, еда, покушал я спать. Бьются на целый личный сарай и несколько комнат, просто, блядь, рай. Привет, Алан. Меня так называл там дружба, но я далеко, я не могу встать. Здесь шкафчика нету, не дали кровать. Чуть-чуть напряжен, хоть плюсов полно. Смущает, конечно, все же одно. Питание есть, но только оно. Клетки с розетки проведено. Жесть какая! Все, до свидания. Я смотрю, Валеру вдохновляет на музычку периодически. Ну что, хорошо получается. Я понимаю, автотюн все дела, но мне все равно нравится. Зашибись, по-моему. Но меньше автотюна, нежели у прославленных некоторых современных исполнителей. Спасибо за просмотр. Увидимся.